В первом татаме победу одержал Акрам Нагушков, Северокавказский федеральный округ. На первый татаме приглашаются Абдулла Магомедов, Северокавказский федеральный округ, Иван Махмутов, Сибирский федеральный округ. На первый татаме готовится Сергей Мастрюков, Сибирский федеральный округ, Степан Мазманян, Южный федеральный округ. Yeah.
На третьем татаме победу одержала Вероника Борисова в Санкт-Петербург. На третьем татаме приглашаются Ольга Дементьева, Уральский федеральный округ, Эвелина Петрова, Центральный федеральный округ. На третьем татаме готовится Елена Шманин, Уральский федеральный округ, Валерия Майнджик, Северо-Западный федеральный округ. На третьей татами приглашается Ольга Дементьева, Уральский федеральный округ. На первом татаме победу одержал Абдулла Магомедов, Северокавказский федеральный округ. На первом татаме приглашаются Сергей Мастрюков, Сибирский федеральный округ, Степан Мазманян, Южный федеральный округ. На первом татаме готовится Родион Дмитриев, Южный федеральный округ, Геннадий Абуладзе, Центральный федеральный округ. На третьем татами победу одержала Эвелина Петрова, Центральный федеральный округ. На первый татами приглашаются Елена Шуманина, Уральский федеральный округ, Валерия Маджик, Северо-Западный федеральный округ. На первый татами готовится Екатерина Тихонова, Приволжский федеральный округ, Суанда Багова, Южный федеральный округ. На втором татами победу одержал Висита Эламбаев, Северокавказский федеральный округ. На второй татами приглашаются Азизуло Бахадиев, Уральский федеральный округ, Алим Меджид Ших Магомедов, Москва. На второй татами готовится Малик Гаджимурадов, Южный федеральный округ, Глеб Тимчук, Центральный федеральный округ.